Приветик опять. Я иду в библиотеку и покажу вам, какая у нас в Голливуде библиотека. Я сейчас в нее хожу очень редко. Когда я жила в Голливуде с Дианой, я сюда ходила очень часто. Посмотрим, что у нас здесь на стенде. Обычно разные журналы и объявления. Когда у меня не было компьютера, я приходила сюда пользоваться интернетом. Вообще люди приходят за доставкой на интернет, поэтому люди платят свои лаптопы. Иногда в библиотеку приходят люди без определенного места жительства, потому что здесь удобные кресла, светло и тепло. Они читают книжки. You know I love you so.